Апошняя подея в области у материалах корреспондента у телерадиокомпании «Гомель» у студии Натальи Игнатенко. Витаю вас, глядите у гэтым выпуском. У Гомеля з'явится первый в Беларуси шматповерховый жилый дом с убудованным дитячим садом. Про деятельность областного родильного дома пойдет размова сегодня у программе «Диалог». Активисты БРСМ подвели выники деятельности у минулым годе и вызначили планы на 2017. А зараз об гэтым и іншым больше подробязна. У 19-м микрорайоне Гомеля почалося будаўніцтва группы жилых домов. Особливость гэтага проекта у тым, что у одним из будинков будет размещаться дитячий садок. Докладнее, гэта будет филиал одной из ближайших дошкольных установ адукации. Садок будет различен на 60 месяцев. Тут створаць усе умовы для комфортного знаходжання детей и проведения занятков. На першем поверсе жилого дома обсталюют гимнастичную залу и залу для музычных занятков. На улице з'явится гульнявая зона с навесом. Особливую увагу надали безопасности детей. Учитывали все особенности, которые предусмотрены действующими ТНПА в части безопасности детей. Одна из фишек, скажем так, это система видеонаблюдения, которая обязательно оборудована все три дома. Игровая площадка будет ограждена, будет предотвращен проезд любого транспорта на территории, где будут гулять дети. Размова об размещении дитячих садков у жилых новобудовлях и шла и ранее, але на практике такая идея реализуется упершиню. У новых спальных микрорайонах існуе дефицит дошкольных установ, и это один со шляхов вырашения проблемы. До того же есть и экономичные плюсы. На сегодняшний день, если построить отдельно стоящий детский сад, то стоимость одного места, человека места, этого будет около 35 тысяч белорусских рублей. А здесь разница более чем в 3 раза. Мы просчитываем стоимость около 11 тысяч. Поэтому есть и экономическая эффективность, не только социальная. Есть пераваги и для будущих жыхароў новобудовляў. Гэта не адаб'ецца на кошце квадратного метра, а необходимость водить детей у садок у суседний микрорайон отпаде. До конца 2017 года будаўніцтва дома с дитячим садком планируют завершить. У минулом году у Гомельской области народилось 18 380 детей. У областном родильном доме приняли 3349 родов. Причем у 65 выпадках на свет з'явились двойнятки. На демографическую ситуацию істотно уплывают новые технологии и высокоэффективные леки опошних поколений. Коли еще совсем недавно цукровый диабет и захворывание сердечно-сосудистой системы были супрацьпоказаннями для родов, то теперь все изменилось. У областном родильном доме у минулым годе с такими непростыми диагнозами оказались амаль 400 жанчын, практически каждая восьмая молодая мать. Здоровые дети з'являются и у жанчын, которые становятся мать во взросле больше, как 30 годов. Это вообще мировая тенденция западных стран, так сказать, цивилизованных, когда женщина делает карьеру, а потом думает о продолжении рода. И у нас тоже немножко это нашло свое отражение, но, наверное, все-таки не настолько. Поэтому в 30 лет первородящие сейчас встречаются достаточно часто. Сказать, что у них как-то очень тяжело проходят роды, я не могу. В общем, 30 лет тоже неплохой возраст для того, чтобы рожать. Дарэчы, намеснік галоўнага ўрача Гомельскай абласной клінічнай бальніцы Светлана Мальцева стане сёння госцей праграмы «Диалог». Яна выйдзе ў эфір на тэлеканале «Беларусь-4» у 19:20. Свае пытанні на конт дзейнасці абласнога радзільнага дома вы можаце задаць госці праграмы, патэлефанаваўшы па нумары прамога эфіру ў Гомелі 77-68-45. До інших тем. Выполнение правил дорожного руху, умова захования життя и обеспечение квалифицированных денег супрацовников МНС. Вратовальники просят насельництва не перешкаджать их работе. Для этого важно не парковать свои автомобили на тротуарах дворовых территорий, каб заўсёды был обеспечен проезд вратовальной техники. У Гомелі напередодні за великой колькости уласного транспорта перед домом супрацовники МНС смогли выратовать на пожары только одного потерпелого, а могли заховать життю двум пагарэльцам. Выратавальнікі былі вымушаны страціць ценныя хвіліны, каб заняць у жылым двары месца, з якога можна было б выставляць аўталесвіцу. На адным з верхніх паверхаў дома адбыўся пажар. У выніку пасля абследавання напоўненай дымам кватэры выратавальнікі выцягнулі двух пацярпелых мужчын, але медыцынская дапамога патрабавалася ўжо толькі аднаму. Прибывшыя к месту вызова спасатели столкнулись с проблемой. Ведь припаркованный автотранспорт мешал проезду специальной техники. В связи с этим пришлось тянуть
магистральную линию аж за 80 метров до нужного подъезда, что в свою очередь увеличивает время реагирования и оказания помощи людям. Протягиваем выпуск. Активисты БРСМ подвели выники деятельности у минулым годе и вызначили планы на 2017. Поширенный пленум прошел у Калинковичах. Подробности в нашем наступном сюжете. Удел у пленуме приняли керовники Центрального комитета БРСМ, секретары районных и галиновых комитетов, а так само первичных организаций. Сегодня в составе БРСМ амаль 80 тысяч человек, что складает 27% у гомельской молоди. Та молодежь, которая является нашим активом, для которой мы, собственно, и должны сегодня дать тот посыл, которого хватит на весь 2017 год. Это наш проект «Цветы Великой Победы», который мы из года в год проводим в разных формах с молодежью. Также мы хотим обратить внимание в этом году и в 2016 мы особое внимание этому уделяем. Это волонтерское движение, потому что это, наверное, тот механизм, который позволяет воспитать в молодом человеке чувство ответственности, чувство долга перед Родиной. По инициативе из уделом областного комитета БРСМ в минулом годе проведено больше за 1000 социально значных мероприемств, накированных на моральное выхование молоди, формирование активной громадянской позиции, пропаганду здорового ладу життя. Активисты организации примали удел у днях молоди на Славянском базаре, дне вышиванки, сустречи «Открытый диалог» и акции «Беларусь – крыница натхнения». Особливую актуальность у год науки набыл проект «100 идей для Беларуси». Серед уголовных достигнений – развитие студотрадовского руху. За минулый год працаулаткована больше за 14 тысяч человек. Мы работаем во Всероссийском детском центре «Орленок». Отряд наш состоял из 26 человек. Девушки работали уборщиками помещений, а мальчикам – благоустройством территории. Но в 2016 году за хорошую работу нам предоставили еще такие новые должности, как дежурные администраторы. Работали мы 2 через 2 по 12 часов в день. Было организовано также еще питание и проживание для нас в Орленке. Особливо означена деятельность археологичного отряда на раскопках у Речицком районе и будовничего отряда на реконструкции детячей областной клиничной больницы. У конце пленума прошло узнагороживание активистов по выниках минулого года. Ганна Карльчук, Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Навученцы Гомельского колледжа бытового обслуговывания привезли узнагороды с международного чемпионата по цирульницким майстерстве, нейл-дизайне и декоративной косметике «Невские береги». На рахунку гомельчан 6 призовых мест. С лепшими гомельскими майстрами сустрелася Ганна Каральчук. Кожная девчина ведая, что до выбора прически и макияжу треба ставиться не меньше отказно, чем до выбора сукенки. Добрый стилист сегодня на вагу золота. Однако тем майстрам, которые прошли конкурс «Невские береги», можно доверять. «Невские береги» – один из самых престижных фестивалей сусветного масштаба. Он потребует удельников высокого профессионального майстерства. Мета конкурсу – развитие и укоренение инновационных распрацовок индустрии пригожости, а так само поддержка молодых специалистов. Он собирает профессионалов, которые могут обменяться опытом с коллегами и показать себе. Майстер-классы, адукационные программы, демонстрация новых технологий – все это могли увидеть и применить на практике конкурсанты. С макияжем мы первый раз едем из колледжа вообще. И ну, вдохновение черпало с птиц, у них такая вот раскраска прям вообще вдохновляет. За основу я взяла фоамиран, это бумага такая, ее можно как-то и поджигать, она тогда форму какую-то принимает. В конкурсе тоже там дается час 30, чтобы тоже как бы набросать все приклеить, ресницы, сразики. 4 дні цирульники, визажисты и нейл-дизайнеры здивляли жюри. Дякуючи щодзённой подрыхтовцы, навученцы Гомельского колледжа бытового обслуговывания годно представили нашу краину и завоевали узнагороды. Лидером по их колькости стала Кристина Пашко. Я участвовала в «Золотом подснежнике», тоже заняла первое место по хайр-тату. Потом я поехала в Киев, там тоже я взяла первое место. Сейчас в феврале среди мастеров я выступала и заняла 2-е место. Было тяжело, было много конкуренции. Гомельский колледж штогод рыхтует своих вучнев до конкурсу. Многие переможцы удельничали у Невских берегах, как юниоры. До того ж, усе вельми мотивованы, бо после подобных перемог проблем с пошуком працы не возникает. Представники салона у прыгажости сами запрашают юные таленты до себе у команду. Ганна Каральчук, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».
Гэта, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomil.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць мой калега Максім Савін.